Здравствуйте, друзья! С вами опять Александр Иванов. И сегодня я хотел затронуть такую классную, одну из моих любимых тем – это питание. Дело в том, что я во время путешествий очень много разных рецептов видел, вот, очень много узнал о питании других народов. Это бесконечная тема. И сегодня я хочу приготовить супервитамин, суперзаряжающий коктейль. И его начинка, его фишкой будет семена чиа. Да, вот такие вот семена, очень редкие, очень редко в современном времени. Семена чиа — это один из основных продуктов индейцев. Он аж до 16 века развивалась эта культура, пока испанцы не приехали и не вырезали все население индейцев, вот эту всю большую, очень классную культуру. И лишь так в 1991 году начали в Аргентине возрождать семена чиа. Ну, впрочем, что-то такое. Это один из самых полезных продуктов в мире. В нем содержится огромное количество омега-3, омега-6 жиров. В нем очень много белка, витаминов, калия, железа и других. Ну, о нем можно почитать, и о его пользе многие говорят. Он, я думаю, доступен в России. Может быть, он дороже, чем здесь. Здесь я его в Нью-Йорке наконец-то нашел. Это у нас получается 12-13 баксов за полкило. Недешево, если честно. Вот. Но добавлять его в свой рацион стоит. И сегодня мы сделаем коктейль. Итак, у нас, значит, смотрите, у нас на столе пол апельсина. Можно брать целый апельсин. У нас 2 ложки апельсинового сока. Можно брать тоже 2 ложки апельсинового сока. У нас персик. Вчера я делал с яблоком, но вот сегодня решил с персиком поэкспериментировать. У нас 2 банана. Можно взять один большой. И киви. Ходят споры, то что как в миксере использовать киви без кожуры или с кожурой. Все зависит от вашей соковыжималки и от киви, в принципе, да? Мы решили вот так сделать. То есть я самые твердые места отрезаю, и у нас получается киви, где, в принципе, шкурка очень тонкая. Мне кажется, ничего не будет плохого. В ней тоже много витамин. Итак, прежде чем использовать семена чиа, мы их должны замочить в чем-то. Поэтому я беру где-то вот ложку, ну, сделаем 1,5 больших ложки, наверное, вот так вот. Этого достаточно. И помешаем, чтобы они там размокли, разбухли. Дело в том, что семена чиа очень хорошо впитывают воду. И один из интересных рецептов — это вот, мы готовим жидкость, замачиваем их и ставим на ночь. И они, да, разбухают вот, чуть ли не в 10 раз. У нас получается такое очень полезное желе. Ну, можно просто замочить на 10 минут, на 5 минут, как мы и сделаем. Чтобы поздно не пропало, надо съесть все семечки и подождать. А за это время мы будем готовить фрукты. Так, бананы. В этом коктейле у нас получается очень много витаминов, очень много простых углеводов, как мы понимаем, да, то есть здесь фрукты. И его очень классно пить, ну, либо перед тренировкой, в принципе, либо после тренировки, без разницы. Его лучше пить утром, естественно. То есть мы заряжаемся на весь день таким коктейлем. Так, почистили мы апельсин, тоже его сюда кидаем.
кажется, вообще просто кладезь витаминов у нас получилось. Угу. Самое главное, чья. Можешь? Смотрите, у нас, видите, у нас семечки, они разбухают, они вот прямо такие трещинки появляются на семечках, не разбухают. Мы сейчас не выдержали, наверное, 10 минут, чуть-чуть меньше получилось, но думаю, это ничего страшного, то есть это немного повлияет просто на вкусовые качества. На пользу это явно никак не повлияет. У нас получены семечки в настоящем соке апельсина. Я не стал покупать в тетрапаке сок, потому что я на самом деле очень не люблю соки в тетрапаке. Я сам выжал апельсин, и у нас все натуральное. Все. Микс готов. Так, режем киви. Вообще, питание в США – это одна из самых больших проблем для меня тут. И что касается тех же фруктов, то многие из них чувствуешь, то есть искусственность, неполноту вкуса, вот в клубнике часто замечаешь, в ананасах и так далее. Вот, апельсин у нас какой-то попался пол, грейпфрут красный, и на вкус он тоже похож на грейпфрут. Я думаю, его надо почистить. Все, поехали. Получилось такое, даже это, наверное, не коктейль, это больше такое пюре. Ну и сейчас самая вкусная часть приготовления, это, конечно, проба. Даже не знаю, если честно, как лучше его пить или есть, наверное, лучше есть ложкой. Вот это, слушайте, энергия. Там прям тропическая такая сила. Тарзана какого-то. В общем, самое интересное, что ну, это семечки, они добавляют, может быть, какую-то вот смесь с кунжутом. Очень вкусно. Так что, ребят, пишите вопросы. Я надеюсь еще выложить какие-то несколько интересных блюд, которые я подсмотрел в путешествии по миру. Потому что питание, мне кажется, одно из основных наших составляющих жизни. Следите за каналом, подписывайтесь. Удачи вам!